Привет, мои дорогие, как ваши дела? Как ваше здоровье? Ну, у меня немного лучше, но голосок еще чуть-чуть есть. В общем, переболела. Вот, не могла снять видео. Я вас не забыла. Надеюсь, вы тоже меня не забыли. Ну вот, как-то так. Буду снимать, наверное, сегодня хоть поздно, два видео. Одно видео выложу в свой второй канал. Одно видео будет вот на канале Мария Мелеки. Ну вот, как вступление, хочу вам показать подарочек, который мне подарила доча. Ну, если, ну, как бы можно, да, я думаю. Вот. Подарочек вот такой интересный от Виктории Секрет. Она решила сделать мне подарок. Так, мое сооружение, надеюсь, держится, да? Такая вот коробочка. И я вам сейчас покажу, что там у нас есть. Вот так. И вот так. Вот. Вот такую коробочку она мне подарила. В общем, здесь у нас гель для душа, вроде бы, либо лосьон для душа. Это вот и парфюмерия такая. Сейчас я вам покажу. Да, сейчас Маша вытащит, все уронит, здесь авария еще будет. Вот такая вот. И также для сумочки. Вот такой вариант. Сейчас. Да, вот. Ой, Маша это все сломает. Сейчас, подождите. Если я не сломаю, ну это же не я. Так. Да-да-да. Это у нас, прям я не знаю, может, его прикрутили туда. Я его, если честно, еще не открывала, он как лежал. Ага, вот-вот. Так и лежал там, вот такая вот. Ну, то же самое, как бы те же самые туалетная вода или духи, или что, не знаю. В общем, для сумочки дамской, да, скажем так. Вот. Вот такая вот. Это здесь у нас написано. Так. В общем, это один гель для душа, я так поняла. Один лосьон для душа. Ой, но второй не буду прям вытаскивать. Там прям прижилось. Вот, так что, доченьки мои, спасибо. Но больше всего мне понравилась вот эта вещь такая прям интересная. Вот. Хотела вам показать такой свой мини-подарок. Пусть он будет здесь с нами для знаете чего. Вот. А теперь мы с вами, наверное, похрустим. Так, сейчас сооружение немножко вперед, такая, чтобы удобно сесть. Похрустим. Купила, как-то ходила, в общем, по магазинам прошлась. И смотрю, хотела спросить мелочек. Я его раньше ела, вы знаете, это было так давно, когда я еще не знала, что есть вот такие мелочки. Вот, которые мы сейчас едим, да, я не знала, что они есть, и тогда я ела вот такой мел. Здесь уже укусила. Купила таких вот всего лишь-то 4 штучки, думаю, на пробу. Вот, взяла, думаю, вспомним старое. И на тот момент, когда вообще не было мела, это считается как съедобный мел. Вот прям его спрашиваешь, у вас есть съедобный мел, и они дают вот этот мел. Вот. Это, ну я не скажу прям школьный, но его можно есть, и он немножко жирненький. Давайте его покушаем, да? Секундочку. Извиняюсь. Merhabalar takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. İyileştim.
Аллаха шүкір. Галиба бір афта яттым. Бұл Хадия, қызым Хадия берді, оны көстердім. Виктория Секрет. Ол марканың ке. Бұл тебешерлерін алдым. Өнде бен бұнларын ейедім. Тадыны бақмақ істедім. О заманда бен бұнларын білмейедім. Дуал тебешеріні. Öyle. Hi, my dear, how are you? Ну что, продолжим. Если честно, что-то, я не знаю, в то время казалось таким вкусным, сейчас отдает горечью. Сливочный. Ну, как каймак. А так хочу покушать с вами знаменский. Знаменский. Все эти дни я не ела.
Следующее видео будет там. Асана 2. Красная Батхенская. Глины в перемешку. Покушаем с каким-нибудь таким мелочком. Пока-пока. Хоща калта в тюлерам. Бай-бай. Пиром. -пока.